Скоростные локомотивы, умные панели управления и электрички класса люкс. Мировые инновации железнодорожной отрасли на несколько дней собрали в одном месте. В Москве открылся международный салон «Экспо-1520». В первый день его работы экскурсии устраивали только для деловых делегаций. На форум съехались руководители компаний, специалисты и инвесторы из разных стран. Здесь же обсуждали ближайшие перспективы отрасли. Железнодорожная промышленность стала на путь глобальных перемен. Без инноваций в этой отрасли уже не обойтись. В этом году компания РЖД планирует закупить более 800 локомотивов, а в ближайшей перспективе реализовать два крупнейших проекта. Все ноу-хау, которые вот-вот встанут на рельсы, съезжаются сюда, на международный салон, в Москву. На рельсы ставят не только локомотивы, но и самые обычные авто. Этот внедорожник оснащен специальным устройством, с помощью которого он и передвигается по железной дороге. Машину многие называют скорой помощью для поездов. Она уже поступает на вооружение ремонтным бригадам. А по самым загруженным направлениям скоро будут колесить вот такие двухэтажные вагоны. В купе для удобства пассажиров все под рукой. Комфортные полки, регуляторы температуры, розетки. Апартаменты на колесах оборудовали тем, что может понадобиться в дальнем пути. Свет с левой стороны регулируется. Кнопка вызова проводника. Радио для пассажиров регулируется. Также пожарная сигнализация, манеж для перевоза пассажиров с детьми. Пока это только демонстрационный вариант, но уже в следующем году РЖД планирует выпустить более 50 двухэтажных вагонов. Позаботились разработчики и об инвалидах. Купе для людей с ограниченными возможностями достаточно просторное. Кровать трансформируется в любые положения, а информацией на стене могут пользоваться даже незрячие. А в крупных городах страны скоро можно будет увидеть и вот такую электричку. В салоне удобные кресла, столики, оборудовали вагоны и беспроводным интернетом. Двери в современный поезд открываются не только из кабины машиниста. В каждом вагоне установлены видеокамеры. Все, что происходит в салоне, машинист видит на экранах из своей кабины. Разогнаться поезд способен до 160 км в час. На высокие скорости инновационные разработки в РЖД делают ставку. В ближайшие годы компании необходимо реализовать два крупнейших проекта, которые поддержал и президент России. Большие средства направляются на развитие восточной части БАМа и строительство ВСМ-2. Проложить эту магистраль необходимо в течение 5 лет. Эти планы уже прописаны в национальной стратегии развития страны. 19 отраслей российской экономики завязаны на инвестиционную программу ОАО РЖД. Это рабочие места, это благополучие людей и их семей, и это, безусловно, эффективное обеспечение поддержки развития нашей экономики и в части добывающих отраслей, и производящих отраслей. Причем в компании ориентируются только на отечественную технику. Объем производства в этой отрасли растет с каждым годом. На рельсы ставят не только электровозы, но и дизельные локомотивы. Производить их будут и на новом заводе, который сейчас готовится к открытию. Рынок транспортного машиностроения в 2012 году составил уже более 320 миллиардов рублей. И за 7 месяцев 2013 года 210. То есть рост совершенно очевиден. И мы понимаем, что в основном этот рост происходит за счет закупки высокотехнологичной техники, в том числе тягового подвижного состава. Пассажирские поезда, новые вагоны для перевозки грузов, комплексы для ремонта путей. На мировом салоне в Щербинке современные разработки демонстрируют производители двигателей, пультов управления и даже конструкции для сцепления составов. Размеры моделей один к одному. К чувашским предприятиям на форуме тоже проявляли интерес. На стендах одного из заводов были выставлены системы диагностики и управления. Ведомое колесо, первый подшипник. Нормально в состоянии, нормально. Вот по третьему подшипнику вибрация. Там проскальзывание. То есть, исходя из этих данных, машинист уже может принять решение о том, возможно дальнейшая эксплуатация поезда. На станции обычно, там же постукивают, здесь уж нет. В день открытия салона было заключено множество контрактов. У чувашской стороны на форуме свои интересы. Глава региона подписал соглашение с объединением производителей железнодорожной техники. С партнерством предприятия республики сотрудничают уже 4 года. Для нужд отрасли на заводах выпускают вагоны, контейнеры, микропроцессоры. Новое соглашение заключают с прицелом на строительство высокоскоростной магистрали. Рынок развивается, конкуренция тоже ужесточается. Наша задача, создавая благоприятные условия, задача органов власти, чтобы наши производители могли конкурировать и продавать свою произведенную продукцию. На самом деле рынок
у компании российской железной дороги огромный. Это наши рабочие места, это производительность труда. С предприятиями республики очень давно сотрудничаем. У нас установились хорошие, я бы сказал, товарищеские отношения. Товарищеские с точки зрения взаимопонимания друг друга. У нас как потребителей продукта, а предприятия Чувашии как производителей продукции. Некоммерческое партнерство помогает предприятиям участвовать в разработке прогрессивных технологий. Отрасль в них нуждается. Реализовать идеи, которые сейчас только расписаны в проектах, будет возможно в ближайшие годы. Но уже сейчас очевидно, что эти проекты повлияют на экономику страны. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика, из Москвы.